сам. Настроение боевое, честно. Вот, готовы биться. Ну вот, и сражаться на тренировке. Отдохнуть не успели, потому что время летит очень быстро. И у всех семьи, дети, поэтому сразу прилетели какие-то домашние дела, поэтому наша работа такая. Настроение нормально, несмотря вот на такую дождливую погоду. Настроение нормально. Приступаем уже практически в 90% составе к работе, подготовке к предстоящим играм «Цмока». My first week in Minsk has been interesting. I've been in Poland and Finland before, and I didn't speak the language there either. But the alphabet is a little different here, so I've been trying to navigate that and learn the alphabet a little more. But you know, just getting settled in, practicing with the team, it'll be nice. Break them off some.